будет свет. Они бывают разные. Белыми, синими, грязными. Автомобильные лампы. С какими из них лучше видно в осенней темноте? А от каких стоит отказаться? Узнаем в лаборатории! Согласно ГОСТу, фары должны хорошо освещать дорогу, но не слепить встречных водителей. Ну и что у тебя? Лампы. Обычная галогеновая. Так. Тоже галогенка, только повышенной мощности. И ксенон. И ты хочешь все вот это поставить в обыкновенную фару? А что такое? Многие ставят. Проверим, светят они или слепят. Проверим. В галогенной лампе свет испускает нить накаливания из вольфрама. Чтобы разогретый металл не испарялся от высоких температур, колбу лампы заполняют парами галогена – брома или йода. Проверим, что увидит водитель с такой лампой на расстоянии 25 метров. Прошу вас, что за буква? Ш, И. А почему И? А что никто не догадался? При испытаниях освещенность проверяют в световой зоне, где фара должна светить ярко, и в теневой. Здесь расположены глаза встречного водителя. Свет туда попадать не должен, чтобы не ослепить. Наша фара с обычной галогенкой мощностью 55 Вт отрегулирована в соответствии с ГОСТом. В световой зоне она показывает освещенность 22 люкса. Встречных водителей эта фара тоже не должна слепить. Посмотрим, что выдаст такая же галогенка, но повышенной мощности. 100-ваттная. Ну что же, лучше? Отлично, тогда читай. Жмина! Стой, дурень! Кто дурень-то? Ты сам-то читал, что у тебя написано? Нестандартная лампа регулировки по ГОСТу не поддается. Интенсивность излучения выросла незначительно. Всего на 0,7 люкса. Водитель на дороге этой разницы не заметит. Зато эту лампу заметят встречные. В зоне ослепления норма превышена в 2 раза. Источник света плюс отражатель. Да. Эту конструкцию осветительного прибора впервые применили аж в 3 веке. До нашей эры. У берегов Александрии по велению египетского царя Птоломея II построили одно из чудес света. Маяк высотой 140 метров. Да, свет от костра в верхней части маяка отражался от бронзовых пластин. И его было видно за 60 километров. Остров, на котором стоял маяк, назывался Фарос. Отсюда и название фара. В ксеноновых лампах нити накаливания нет. Свет здесь испускает электрическая дуга высокого напряжения. Не понимаю, вроде бы ксенон, а видно как-то не очень. На первый взгляд, ксенон светит значительно ярче, чем галогеновая лампа. Но освещенность оказалась ниже, чем от обычной галогенной лампы. 20,1 люкс. Зато в зоне ослепления превышение нормы аж 4 раза. Точно отрегулировать эту фару не удалось. Все дело в рассеивании. Лампа ксеноновая, а фары под галогеновую. Ну и что? Степень рассеивания ксенонового синеватого коротковолнового света в несколько раз больше, чем у желтого длинноволнового света галогеновой лампы. Чтобы ксенон светил не во все стороны, а на дорогу, на специальной ксеноновой оптике свет пропускают через собирающую линзу. Ну, в конце концов, на ксеноне свет клином не сошелся. А вот именно не сошелся. Это практически в тепличных условиях, когда фара чистая. А на улице осень. Сейчас мы их испачкаем. Малейшее загрязнение фары увеличивает степень рассеивания. Мы испытали те же лампы, но с легким налетом грязи на стекле. В обычной галогенке освещенность упала, но незначительно. А вот слепить встречных водителей она будет в 5 раз сильнее нормы. Лампы повышенной мощности в 6, а ксеноновая в 7,5 раз. При этом освещенность ксенона упала почти в 2 раза ниже нормы. Вот поэтому автопроизводители обязательно комплектуют ксенон омывателем фар и автоматическим корректором. Иначе риск отправить на обочину кого-то из встречных слишком велик. Получается, что лучше оставить штатные лампы, да? А не ученых тьма! А что у тебя там на верхней строке написано? А это тебе лучше не читать. Да я одним глазком. Чего?